Всем добрый вечер. Мы в Алупке. Автостанция Алупка. Сегодня 3 июня. Лагман, шурма, плов, шашлыки. Классный дом, стена такая благородная, беседка это другого дома, красавчик, перила такие серьезные, ворота тут вообще жесть, ну в смысле хорошие ворота, красивые, мощные. Собака тян? Собачки, Диана. Столовая, нифига себе. Завтраки от 100 рублей, салат от 80, первое блюдо от 150. Вот цены. Где первый? Борщ 150. Ну, красивая стена. Тут еще ворота. Это вообще мощно. Смотрите, сколько котов. Мочалка никому не нужна. Вид на Эпетре, смотрите, на зубчики. Вот я приблизил. Как вам такое? Я иду на улицу, которую реконструировали. Ракушки. Никому не нужны.
Ничего себе лесенка. Видно, названия такие свеженькие, да и дома тоже. Фух. Центр Алупки. Алупка — это место, где хочется жить, творить и любить. И ходить по лестницам еще. Вы не забыли отметить. Брусчатку положили. Улица Фрунзе. Фото 300 рублей. Урны такие красивые под пальму. Так раньше было. Сказать, не даст мне работать, я даже не начальник. Нет, да, лучше будет. Хотя, Мила, что ты меня за кого понимаешь? Давай, я тебе позвоню. Преобразилась всю улицу, действительно. Ну, я так понимаю, это конец улицы, вон там дальше, где машина. Отель Алупка. Отель Алупка, гостиница. Старая Алупка.
дачи Воскресенского. Это 1898 год. Так, Воронцовский дворец 150 метров. Санаторий Солнечный 100 метров. Причал Алупки 400 метров. 540 метров храм Архангела Михаила. Гастроном Ульяновский 2,3 км, автостанция 570, и там сошел. Семиз аквапарк 4,5 км. Карамба. Центральная площадь. Ну и в Ялте так сделаете. Славу. Интересно, там что дальше? Кот сидит. Кот сидит на стреле. Глаза какие у тебя красивые. Дальше просто улицы, все. Тут брусчатка продолжается. А Воронцовский дворец открыт или нет? Вот вопрос. Ну, не надо на этом останавливаться. Продолжайте дальше. Алупка, она удлиненный, так, удлиненный такой город. Тяните это все до конца города. Ранетки растут. Сейчас туристы сорвали при мне ранетки. Прям смачно стоят, грызут их. Это не голодные туристы. Это неужели под мусорку сделали этот гробик? Не знаю. Что-то я в непонятке. Впереди какой домик камнем обложен. Симпатичная избушка. Мы повернули, резкий поворот. Фонари поставили тоже. Свеженькие фонари с камерами наблюдения и все дела.